Ну, а что, вы хотите сказать, что в «Острове» такая же была ситуация? Тоже кто-то отказался, и Бондарчуку пришлось сниматься в своем фильме? В «Острове» на роль прокурора планировался другой артист. Просто та же самая история, да? Ну, не тот же самый, надеюсь, что в «Девятой роте». Нет, не тот же самый, что на «Девятой роте», он был даже зарубежный. Потом, ввиду комбинации актерских, так как... Все равно мы, когда говорим о кино, говорим об ансамбле, да, актерском. Это не отдельно взятый. Давайте вот этого и вот этого возьмем. Они все равно в сочетании представляют собой ансамбль. Если кто-то выпадает, то это не работает. И так получилось, что при том сочетании, которое возникало, мы теряли Серебрякова, которого очень хотели оставить. И чтобы противопоставить, оставить Серебрякова и противопоставить ему актера, способного уравновесить этот баланс, это две силы, которые борются за власть, влияние. Вот было найдено такое решение. То есть Федору было предложено не сразу, а предложено уже после там, нескольких месяцев поисков, итераций и так далее. И вот эта комбинация позволила нам этот баланс. Ну так возвращаясь к Сталинграду, мы увидим Бондарчука как актера? Нет, он здесь, просто как режиссер. Да, здесь огромная ответственность, огромный объем новых вызовов и профессионально в том числе, поэтому Федор сконцентрировался. Ну он ведь, наверное, сопродюсер, да? У него же есть эти амбиции продюсерские. Безусловно, он хотя не формально не заявлен как один из продюсеров, но он полноценный продюсер на этой картине, потому что мы даже, когда планировали картину и заявляли ее бюджет, все равно мы оперировали авторитетом Федора как режиссера, человека, способного создать такую картину. И при таких условиях нам шли навстречу, и мы могли создавать кино в соответствии с нашим представлением. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».